840 тысяч сомов. Такова сметная стоимость данной остановки напротив аэропорта в селе Тамчи Сыкульской области. Неказистое строение вызвало вопросы у Садыра Джапарова. Он попросил разобраться, кто и зачем его построил, да еще и за такие большие деньги. Генпрокуратура бир жумадан кейин берди, үч күндөн кейин. 840 миң сом куротуп тур, айыл өкмөт куруп тур, кумтөрдөн түшкөн фонддон акча алып тур да куруп тур деп. Генпрокуратура выяснила, что эту остановку построил Айлык Мэту за 840 тысяч сомов, а деньги были взяты из фонда развития от Кумтора. Я эту остановку не построил бы даже за 40 тысяч сомов, может быть, максимум за 20 тысяч сомов. Задержанный по этому делу сейчас возмещает государству сумму ущерба в два раза больше. Садыр Джапаров, выступая перед жителями области, заявил, что причина, по которой мы не развиваемся, кроется в жадности чиновников. За 30 лет руководители разных уровней привыкли отправлять большую часть госденег в свой карман, а то, что от них осталось, на строительство социальных объектов. Он также рассказал об аналогичной ситуации в Таласе, где детскую площадку построили якобы за 5 миллионов, хотя по факту ушло примерно 800 тысяч сомов. Айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге бул эскертүү. Мурдакыдай бардыгына эле жекеле мэрлер бардыгымыз министрликтерге. Это предупреждение айыл өкмөттү, акимам, мэрам и в целом всем госслужащим, что как раньше больше не будет. Это когда проводились работы на миллионы, а сдавали объекты за 200-300 тысяч сомов. Мы не дадим такому продолжаться. Сейчас размер ущерба восстанавливается в два раза больше. Скоро будут внесены изменения в закон, по которым виновный будет находиться под стражей до тех пор, пока не выплатит ущерб в 5-10 раз больше суммы, которую потратил, потому что привыкают возвращать только сумму нанесенного ущерба, а потом снова берутся за старое. Недоволен был глава государства работой местных властей ТЮПа, которые не произвели должную уборку веренного им участка дороги после зимы. За это чиновнику был объявлен выговор. Продолжая тему коррупции, Садыр Джапаров был огорчен тем, что депутаты и местные власти, как говорится, вставляют палки в колеса и затрудняют работу местных инвесторов. Из-за этого в области до сих пор не началось строительство пятизвездочного отеля. Бир депутат арасынан урматыкен аты. Аты жакшы экен, урмат деп, өзү бирок урматсыз адам экен. 1 миллион сом алыптыр. Мен каршы чыгам, депутаттардын баарын каршы үндөйм, сени салдырбайм деп туруп. Один из депутатов местного Кенеша по имени Урмат взял у инвестора 1 миллион сомов, угрожая, что иначе настроит всех депутатов против. К инвестору также пришли якобы от молодежи и путем угроз забрали 10 тысяч долларов. Строительство только сейчас начинается. Сами не делаем и другим не даем. Я огорчен. Мы должны помогать нашим инвесторам. Также Садыр Джапаров сообщил, что капсула под строительство города Осман будет заложена 30 июля этого года. Средства выделяют иностранные инвесторы, поэтому не смейте ходить к нему, запугивать и требовать денег, подчеркнул Джапаров. Мы должны создавать для инвесторов условия и понимать, что они вносят свой огромный вклад в развитие не только региона, но и государства в целом. Жибек Исакова, Бекзат Машапов, ЛТР, Иссык-Кульская область.